Начато бумажное зеркало. Осмотреть музей ведьм Салема. Дорогие друзья, всем привет. Продолжаем проходить модификации Fallout 4. И у нас получается новое задание. Так, вдали от дома это не надо. Осмотреть музей ведьм Салема. Так, ну по карте понятно, куда идти. Так, где вы здесь? Ага, и мы здесь еще не были, поэтому надо будет подготовиться. Переносимся. Так, патроны там у нас есть? Есть, да? Так, давай, пока не забрали его. Полутаем. Ага. Так, обязательно, обязательно. Дверь. Так. Стоп, а что у меня-то? Какое оружие-то? Ну-ка, 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 ну-ка. А, ништяк, мы его сейчас пару выстрелов вынесем. Блять. Каждый раз, как в первый раз. А что у нас? Граната есть? Так, открываем. Может, у вас гранаты сразу вынести? А? Опа! Опа! Эй, я не понял, ты же где-то здесь должен быть. Эй, вон он! О, ты че? Да сдохни, блин! А я-то думал-то тебя, блин, с гранат повыносить. Понятно. Ага, о, это я даже не знал. Что у нас здесь журнальчик-то есть. Сколько вот ходил мимо. Так, история Уэст. Ага, Уэст подбирает записку. Это становится для него сюрпризом. Увидит там свое имя. Правда, это можно объяснить. Возможно, что он просто ошибается, возможно, он просто боится того, что находится в музее. Возможно, есть другой житель пустоши, которого зовут Уэст. И эта записка предназначалась для него. Как бы это ни было, Уэст принимает решение читать дальше. Почему бы и нет? Никто не гарантирует, что этот текст написан для него. Это просто бумажное зеркало. Отражение, созданное из слоев на странице. Кроме того, единственный способ узнать, так ли это, дочитать до конца. Ага. Но даже после того, как текст был дочитан до конца, когда его будущее стало неизвестно, не было никаких причин относиться к этим словам всерьез. Рано или поздно он снова отправится бродить по пустоши. И, возможно, вообще забудет про эту записку. Рано или поздно странствия приведут его в Diamond City, в бар «Скамья запасных». Конечно, Уэст здесь не по делу, но просто хочет расслабиться. Но когда он войдет в бар, залитый синим неоновым сиянием, его внимание привлекает какая-то что-то находящее справа. Плакат на стене, предлагающий награду за голову убийцы по имени Зейн. Кто-то хочет, а кто-то очень хочет его смерти. Так, прочитать объявление в скамье запасных. Че, возьмем, наверное, яйцо, нет? Да, нет, нафиг надо. Тема так ясно, чё, куда, как. Ага, вот это вот мы возьмем. Ядерная батарея не нужна. Ага, нет, награда вот. Ага, награда разыскивается в Конкорде. Так, объявление для всех, кто не трус и кому нужны бабки. Обитатель пустоши по имени Зейн сколотил банду, которая наводит ужас на всех, кто живет в окрестности Конкорда. То есть это где Diamond City, где наш как бы бывший дом. Он вооружен и очень опасен. Все, что возьмете с трупа, ваше, других наград не будет. Ага, офигеть. А если там на нем только труханы его? Вась, Вась, вон туда иди давай. Так. Ну понятно, рейдеры, да? Опа! Опа! Еще есть? Есть, конечно. Ага.
Ах ты так, и вот тебе так. Еще хочешь? Опа! Ты смотри, какой хитрый, да? Еще кинешь? Отойди, Вася, оттуда. На тебе, блин. Так, выкидной нож. Так, бар в Конкорде. Так, готовимся, готовимся. Ага, и что-то никого нету, да? Оба-на. Найти информацию о Зейне. Кто у нас о Зейне? Так. Помощь разная. История Зейна. Так, награда за голову Зейна увеличилась до 1000 крышек. Вот какую славу он обрел. Но он знал, неважно какая награда за него назначена, неважно сколько людей на него охотится. Самое важное — это семья. Как говорил Дизель, блядь. Так, ему нужно было сделать только одно — прочесть следующую главу своей истории. В ней рассказывалось все, что нужно знать. Он знал, откуда и когда придут враги. Зеркало показывало ему все. Эзотерик, походу. Но каждая перевернутая страница приближала его к финалу. И сейчас страниц больше не осталось. Кто-то. Враг шел по следу, и никакие приготовления не помогли бы ему выжить. Поначалу Зейн отказывался в это поверить. В ярости он вырвал страницу и бросил ее на стол. Когда придет время, он докажет, что зеркало его обмануло. Он засядет в старом баре Конкорде и убьет каждого ублюдка, который зайдет туда. Но когда он прочел эти слова, узнал, что у охотника есть свое зеркало. Он понял, что бежать ему некуда, он умрет сегодня вечером. Не понял, ничего себе. Вскоре после этого погибнут его друзья. Ага. Его утешало только то, что он может покончить с собой до того, как придет охотник. Поэтому он сел и достал бутылку водки, ту самую, которую он до тех пор, пока не выберется из содружества. Ага, он открыл ее, отхлебнул, а другой рукой нажал на спусковой крючок. Красавчик! Так. Сообщники. Написанное. Тебя она тоже предаст. Понятно. Сообщники Зейна. Вот она, Сайлас. Отправлен в прачечную, былая слава по делам. Конор, это урод, который украл крупнокалиберный карабин. Вот она. Который мы добыли у стрелков. Так, я знаю наверняка. Говорят, он сколачивает банду в районе Григент Дженеритикс. Так, нужно заглянуть к нему в гости. Айви почти забыл про нее. Наверное, она все еще ждет в баре за ваше здоровье. Понятно. Найти крупнокалиберный карабин. Найти контора. Найти Айви за ваше здоровье. Так. Жесть. Это что, всех троих искать, что ли? Ага, туда двигать. А вообще, зачем мы за ними идем-то, я не пойму. Для чего? Для чего мы идем за ними? Так, прачечная. Сайлас. А в чем прикол их? Так, история Сайласа. История Сайласа. То есть их не историю, что ли, только узнать, а? Так, Зейн отдал Сайласу страницы, которые относились к нему, и приказал идти в Лексингтон. Они уже несколько недель складывали трупы в старые стиральные машины. Сайлас неохотно кивнул ему. Ему совсем не хотелось иметь дело с этой колдовской книгой. Его пугало уже то, что в ней было его имя, но еще больше его пугало то, что в найденной книге не хватало страниц. Понятно. Ну и чё тут? Сушилка. А где тут? Крышка и всё. Оба! Кто там уже буянит, блин, а? Так, бар за ваше здоровье. Ага. Оба! Так, готовы? Готовы. Так, она недалеко. И она что у нас?
Хорошо, хорошо. А чё тогда в осла стреляешь? Ах ты, подлюка. Провально, дополнительно выйти. Ну тогда бы не историю ее не узнали бы, да? Правильно? Иди отсюда. То есть, блин, песик, конечно, красавчик. Айви. Ладно. Ну, для тех, кто будет проходить, ваше дело, конечно, пощадить ее, не пощадить. Я, конечно, хотел пощадить. Я думал вообще подойти к ней и спросить вообще, типа, ну, как он бывает, что такое, что, типа, извините, тудым-сюдым, нашел тебя так-так-так-так. Ладно, я ухожу. Но, так как она вспыльчивая и еще собака подошла, то, увы, пришлось ее убить. Понятно. Так, Айви знала, что ей нужно бежать. Ей нужно было убраться подальше от Содружества и поселиться там, где можно начать жить сначала. Она не хотела его убивать. Это был несчастный... это она убила его. Он сказал, что и раньше так делал, что он разбирается в препаратах лишь... Позднее ей стало ясно, что он просто пытался произвести на нее впечатление. Проблема заключалась в том, что у нее уже несколько недель не было вестей от Зейна. Нет, не она завалила. Так, они познакомились месяц назад в одном баре в добрососедстве. Он сказал, что занимается контрабандой. Когда она рассказала о себе, он ей посочувствовал. Он даже пообещал, что поможет ей добраться до Фар-Харбора. Ничего себе. За оплату, конечно. Но в нем было что-то пугающее. Но так как ей хотелось убраться отсюда, а другого способа она не видела, поэтому она решила ему поверить по плану. Они должны были встретиться здесь, в баре, за ваше здоровье. Может, если она подождет здесь, Зейн придет за ней. То есть он не пришел, то есть он умер. Снаружи слишком опасно, продуктов в баре ей хватит еще на неделю. Она просто должна набраться терпения. Кто-нибудь придет за ней. Ага, к несчастью для нее, за ней действительно пришли. Увы, увы, а жаль. Ладно, понятно все с вами. Те, кто будет проходить, конечно, не стоит ее, я так думаю, убивать. Но тогда мы бы не узнали историю ее. Так, ну потихоньку идем за оружием. Ах ты, блин, дочка всегда, да? Псина, 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 биопсина. Лови! Ах ты, промазал! Вот так лови! Еще раз лови! Блин! Жесть! Оп-о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 п! На тебе! Сколько их тут, а? Красава! На! Опа-на! Опа-на! Надо к вам идти! Рейдер-мусорщик! Есть! Красава! Ага, вот откуда можно идти! Чё вам тут, блин, спасение рядового Райана, что ли, а? Взрывы, молнии. Хоп! Голова в ящике. И чё, блин, с подтишка, что ли, блин? Давай, Джейсон. Так. Там мою винтовку никто не подобрал, надеюсь. Ага. Ага. Так, а где он был-то, этот индеец? Я так и не понял. 18. Еще что-то ниже где-то. Не понял.
у нас же джетпак есть, ё-моё. Ах ты, блин. Вот она где, а. Так, ну мы туда по-любому не закинем. Готовься. Выходи. Выходи, выходи. Хитрый. О! Да. Оба-на! Пробивающий мощный карабинный... А, пробивающий мощный крупнокалиберный карабин. Есть! Вот она. Так, урон 192, 50-й калибр, скорострельность 2. Так, а что у нас? Где Зейн, Бзейн, блин? История Конора. Так, выполнено бумажное зеркало. Разное. А, Конора история. Так, однажды ночью, пока Зейн спал, Конор вырвал страницы из книги. Он знал, что босс еще не дочитал до этого места, иначе Конор был бы уже мертв. На самом деле, уже несколько недель он мечтал убить Зейна. Он нес какую-то чушь, говорил о том, что чтобы уехать в Фар-Харбор с какой-то девчонкой, с которой он познакомился в баре. Конор знал, что Зейн ни о чем таком не думает, но вместе с тем понимает, что он теряет хватку. Вот поэтому он устроил себе логово рядом с Дженни... А, Гринек Дженник, Дженнитикс, короче, так назовем. Так, в высоком здании у реки. Когда придет время, он переберется туда и сколотит свою банду благодаря деньгам и пушке Зейна. А пушка была что надо, она называлась крупнокалиберный карабин. Пули из нее проходили сквозь силовую броню, как горячий нож сквозь масло. Зейну она нужна была ни к чему, он просто получил ее из-за той книги. Так что Конор по праву мог использовать книгу, чтобы избавить его от этого бремени. Короче, Конор, красава! Все замутил, как надо. Но что-то пошло не так. Так. Красавчик. Опа! Какой перезаряд у нее. Ну вот она, в принципе, наша винтовка. Крупнокалиберная, обалденная вещь. А самое главное, она с квестом. Ребят, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишите комментарии, подписываемся, будет еще много чего интересного. Я вернулся к Fallout, не хочу проходить больше Warhammer, поэтому будем проходить модификации дальше. Всем до свидания.